Klaipēda Zostuļu, 3. Rīgas un Ventspils, neatsalstoši. Глубина ватерлинии нашего порта 14,5, поэтому могут заходить сюда класса Панамакс, то есть те, которые проходят Панамский канал. Также я говорила уже, что в основном это контейнерные перевозки. Что там в контейнерах, то сие нам неведомо. А вот удобрения из Беларуси, нефтепродукты, зерно, лес, металл как вторсырье, ну и терминал круизных судов. Пассажирские перевозки присоединены к грузовым паромам. И мы держим путь на Палангу. На Палангу примерно, я, конечно, боюсь наврать, но мы считаем, что 25 километров. Из разной точки города 25 километров, потому что Клайпеда очень длинный город. Длина Клайпеды в одних источниках 8 километров, в других 12. Ну, это длинная колбаса такая, вытянувшаяся вдоль залива. Всего у нас в заливной территории... я хочу сказать, что вся земля около залива принадлежит государству, и разные компании арендуют эту землю. И существует единая дирекция Клайпедского порта, да, вот такая стратегическая голова, дирекция Клайпедского порта, и компании. Компании из 16 стран, всего 95 компаний. Palanga. Pa ceļām no Klaipēdas uz Palangu, kreisajā pusē reģionālais parks. Baltijskajā mūrī un esam vrēmē iest atat bērīgs. Naša pļāža. Сейчас мы будем перестраиваться в левую часть и будем поворачивать на Диверсету. Немножко попозже, но имейте в виду, что мы не прям там в Палангу стремимся, а через Диверсету поедем. Но вы видите Диверсету, я слежу, близко уже, вас интуиция не подводит. Литве принадлежит около 95 километров Балтийского побережья. И такие ценные пляжи, как вот на Куршской косе, в Клайпеде, вот здесь вот мы будем поворачивать, они разрушаются. Ну, в Паланге насыпают пляжи, выводят такую трубу за несколько десятков метров в море и оттуда качают песок, привозят из карьеров, укрепляют берег. Griežamies uz Nemirsetu, kur 2 km. Что делать? У вас еще мельче, да, Юрмала? Но зато там лучше прогревается. Температура, если у нас 18 градусов воды, то это очень... По Юро, регионалис паркас. Прогревается в конце июля, в начале августа. Кейорс, регионалис паркас. Это вода. Ну и, конечно, Паланга – это наше курортное место. Это курортное место никогда не входило в состав Германии, и мы сейчас приближаемся к тому месту, где проходила граница между Германской империей и Российской империей. Как известно, в конце 18 века прошло 3 раздела Речи Посполитой, и после 1795 года возникают новые губернии Российской империи: Ковенская, Виленская, Гродненская. Кретинга, Паланга попадают как раз, находятся в составе империи. Паланга, по-моему, даже немножко еще раньше. Но Паланга
был один спор такой между Литвой и Латвией, да, в начале 20-х годов, кому она должна принадлежать, Литве или Латвии. Так мы сейчас приближаемся к такому зданию, строению, оно будет серое, неприглядное, но это таможенное здание, между находившееся на границе Германии и Российской империи. Это будет с правой стороны. Сколько воды, смотрите, да? Где вода стоит? Кабаненок, по-моему, маленький, да? А кабаненок маленький. Заяц? Думаете, заяц? Мне кажется, маленький кабанёчек. В начале 20-х годов был спор между Латвией и Литвой, кому должна принадлежать Паланга. Это и братцам Паланга. Входила в состав Курлянской еще области. Но спор был разрешен быстро, и, как я уже говорила, в начале 20-х годов международное сообщество все время смотрело вот это здание серое впереди, таможенное. Здесь камни, может быть, там камни еще и есть, но столбы встречаются здесь в лесах. А это таможенное здание. Мы с вами уезжаем через то место, которое называется Диверсета. С левой стороны находился гарнизон. У кого-то мобильный телефон, название мы. Фанни. Может быть, в Англии. Пришло сообщение. Все в порядке. Границу перешли. Переходим к другому оператору связи. Место это было закрытое, сейчас оно активно обстраивается, устраивается и граничит с Паланским ботаническим парком. Но вас, наверное, больше всего интересует Паланский парк и музей янтаря, да? Вообще, сама Паланга была подарена, да, прямо едем, и там будет такая стоянка около ботанического сада. Я покажу. Мы значит, должны упомянуть, конечно, Платона Зубова, этой семье там была подарена территория Екатерина II, и потом при Павле I русским помещикам раздаривали земли после раздела Речи Посполитой. И в результате разных происшествий Паланга в конце концов попадает в руки графа Тышкевичуса. Тышкевичи думали развивать Палангу как порт, но морские течения приводят к тому, что этот порт постоянно засыпается, песком заносится песком. И вот тот мост, который мы с вами увидим, это будет мост, сейчас он прогулочный, а когда-то это был пирс. Тышкевичусы даже покупают такой теплоход, он называется «Феникс». Назывался «Феникс», он думал возить из Лиепаи, возить и грузы, и пассажиров в Палангу. Но ничего из этого не вышло. И сами тышкевичусы стали развивать эту Палангу как город-курорт. Там был построен курхаус, появились такие дачные домики. А когда-то это было рыбацкое поселение. Палангцы, ну это предание письменными источниками не подтверждено, что в 11 веке на Паланском побережье высаживался датский король. Но на самом деле это было или нет, не подтверждено письменными источниками. Упоминается она уже в 13 веке. И это было рыбацкое поселение, часто затапливаемое водой, и по лангу до окон доходила вода, и до
ряда окон. Отсюда название. Может быть, от Кедрон. Паланга, да. Может, есть такая речка Паланга или Паланге. Возможно, название от гидронима. Особенно не настаивают. Так, я где-то прозевала левый уклон наш, и мы не там заезжаем, по-моему, в Палангу. Ну, ничего. Будет как экскурсия, как пешеходная. Мы сейчас на светофоре должны будем поворачивать налево. Что касается гидронима, в 17 веке, значит, в 13 упоминается, в 16-17 обработка янтаря уже здесь есть. Ну, так, мастерские, я бы не преувеличивала. И, конечно, в 19-м развитие городка наиболее интенсивно проходит. Во многом здесь архитектура напоминает Юрмальскую. Это деревянные домики, двух-трехэтажные виллы. А впереди перед нами костел, который был построен в очень популярном в Литве неоготическом стиле. Очень много денег, большую часть, две трети, вложила семья Тышкевичей. Нельзя сказать, что Паланга была их таким вот, ну, вотчиной прямо, они тут себя хозяевами чувствовали. Но за городом присматривали. Да. С правой стороны будет автостанция, там же будут ловить на ночлег, здесь можно остановиться, но летом дорого, и я знаю, что из Вильнюса литовцы едут в Юрмалу отдыхать. Там тоже дорого, но как-то их так это привлекает. Паланга шумная, как я уже сказала, мы едем налево. Паланга шумная, и главная улица, улица Витаута, если можно там этому нашему транспорту ехать, да? С правой стороны вот дорога на все в санатории. Я перечислю, наверное, Линос, Ванагупе. Там хорошее лечение, рекомендую. А костел действующий, очень популярный. И мы сейчас переедем в небольшую речушку Ронже. И там, где фонарики с желтыми такими клювиками, будет улица Басанавичус. Прямо едем. Она пешеходная, она шумная. Это главная улица туристов. По ней можно выйти к морю. А вот эти страшные руины, это тот самый первый курхаус, который был построен в конце 19 века. Летняя эстрада. Такой сейчас будет интересный объект с левой стороны, с волнистой крышей дерева. Это читальный зал и библиотека, и скульптура, которая мальчика такого фигура. Здесь был в самое первое советское лето, здесь был организован лагерь, и дети в 41-м году в июне погибли. Были немецкие бомбардировки этого места. Справа желтое здание после серого. Это в Эстине аптека. Это старая палангская аптека в идентичном здании. Видите, даже табличка есть. Мы с вами приближаемся к Палангскому ботаническому саду и музею янтаря. Приготовиться нужно где-то около часовой прогулки, как Дайна говорит, около часа у нас есть. Так долго не будем, но немного, да, но полчаса. Я просто всегда набрасываю немножко времени. Вот здесь есть стоянка, я не знаю, она платная или нет. Платная, да? Но нам как-то нужно вылезти и договориться, где вы нас бесплатно будете ждать. Паланги. Главный объект, конечно, музей янтаря, дворец Тышкевичусов и парк, который...
который был разбит во время строительства вот того здания, которое мы увидим, французским, как бы мы сейчас сказали, дизайнером, да, архитектором таким парковым Андре. И это было не единственное место, которое он проектировал. У Тышкевичусов были дворцы в Болтое в Оке, под Вильнюсом, в Лендварисе. И Андре вот так вот благородил своей французской рукой литовские парки. Сочетается как регулярный, так и романтический английский парк. Что мы с вами? Мы сейчас с вами находимся здесь. Это сторожка, вот она под цифрой 1, да? Сторожка, где жил садовник. Но вы видите, что площадь очень большая, вот такой кубрет там, на крышке. И почитайте, поделитесь информацией. Пруды полуестественные, полувырытые. Мы с вами увидим вот эти вот пруды. Дорожки, фигура благословляющий Христос, большой портер, музей янтаря, розарий и фигура Ребекки. И здесь мы обычно смотрим до аллеи любви, вот здесь вот посмотрим. Но наверх не пойдем. И входим, здесь вот по этой дорожке входим к морю, показываем, да, и все. По сути дела, вот этот маршрут такой. Вот на этом выходе можно, с этой улицы, вот с этого выхода можно еще пройтись по улицам Паланги, где Королева. Жальтис по-литовски, жальтис, да? Ну, в балтской, ну не знаю, боюсь обобщать, в балтской, в литовской мифологии это символ такого домашнего очага, счастья. Это змейка не кусающаяся, хорошая. Ну и сказка, не знаю, вам это известно. Сказка, значит, можете сфотографироваться, потереться. Скульптор Антинис, обожают туристы. Скульптор Антинис. И еще у нас здесь знаменитая скульптура Юратии Каститис. Это в конце улицы Басанавичус. Тоже, по-моему, его. Их теперь два поколения, я боюсь сбиться. Ну что, тогда по парку. По парку можно сказать следующее. Здесь 800 видов растений. Наверное, количество видов меняется, но пытаются поддерживать. Или канал, или северный. Короче говоря, как-то, ну, с видами вместе. Ну, а здесь ушу, что посвящено, да? Я всегда... Ну, Эглазок, школа Каролин, с Нугреш, мы из Покрейси. Дейте, он так бы я пусть. Погрежа, мы из Дейте. Лапи, ну, я могу Дейте. А потом, да, Дейте. Кому нация узгала, нация, господик, лапи. Еще здесь, чтобы вот как раз теперь уже, когда прошли по этой дорожке, понятно становится, как это сочетается английский и французский парк, да, там английская часть, а здесь у большого портера регулярный парк хорошо виден, побольше будет цветочков летом, очень хорошо, и скульптура со скульптурой благословляющий Христос, ну, почти как в Рио-де-Жанейро, только не на такой большой высоте, да, но это вам не Рио-де-Жанейро. Скульптура пропадала на некоторое время. Не нужны здесь были такие благословляющие скульптуры. И восстановлена в середине 90-х годов появилась
25, а установлена она была с самого начала, вот когда обстраивался парк, конец 19-го, начало 20 века. Семья Тышкевича из поколения в поколение передавали поместье, заботилась и об этом, и о Кретингском своем поместье. Это одни и те же владельцы, мы в Кретинге посмотрим. Что касается и музея янтаря, и этого здания. Здание построено по анфиладному принципу, то есть длинные коридоры, и на них, как шашлычок, нанизываются разные комнаты. И такой, можно сказать, барочной капеллой. Это семейная капелла, и поначалу планировалось полностью обойтись услугами священника здесь. Но потом, когда городочек маленький сказал о том, что нужен и для всех новый костел, то вот Тышкевичусы вложили золотые рубли и туда. С противоположной стороны образован розарий, и в настоящее время вы посмотрите там или через, наверх мы не пойдем, в окно не посмотрите, сбоку посмотрим, там есть скульптура Ребекки, которая предназначалась не для этого поместья, а, по-моему, в Балтое-Воке, это в Восточной Литве, в поместье Тышкевичусов эта скульптура была. Она перенесена вот уже в 20 веке сюда. Там уже ничего нет, но она настоящая мраморная, авторская, итальянская, сохранилась. А что касается музея янтаря, экспозиция сейчас изменилась. Немножко, долгое время она сохраняла эти линзы с инклюзами, поэтому было очень много линз, которые все припадали. Это вы знаете, сейчас этот отдел сокращен. Остался по-прежнему отдел, который из янтаря, начиная с вот этого самого клада из Йоткранти, который Штатин и Беккер там раскопали. Это копия, не настоящая, это копия. Не заблуждайтесь, вот это. Скопировать из янтаря можно. И, значит, до 90-х годов есть вот в этой капелле еще небольшая галерея, где можно купить современный янтарь. Ну, он вам, по-моему, там краем уха слышала, да, что пока янтарь не подожжешь, не узнаешь, настоящий он или нет, да? Поэтому здесь вещи дорогие, эксклюзивные, поджигать их не стоит, будем доверять производителям. Сейчас очень большую часть экспозиции занимает история семьи Тышкевичусов и история строительства этого дворца. Вот обращаю на это внимание, акцент перевести. Ну и это скандальная история с пропажей самого большого, с лишним килограмма янтаря, солнечного камня, настолько была охрана в мире, и извините, это лагерная видео, Tiskevičiūs pusė oranžerijai, mes ejam garo. Tada mes uzbėriau tiskevą. Tam kakras patų sturonų, kad informatūrų Tiškevičiūs buvo visma kultūrnėm, obrazovanėm ir одновременно nabažnėm. Здесь мы находимся около горы Перути. Перути это жена князя Кестутиса или Каститиса. Это по-русски сказать, весталка такая, языческая весталка. И литовский князь ее здесь встретил, влюбился, и она завещала, как сказать, обещала посвятить свою жизнь вот языческим богам. Хотя к этому времени официально Литва была уже крещена. И он увозит ее в Тракай и устраивает пышную свадьбу. А после смерти она опять становится весталкой, жрицей.
на вершине этой горы, вот именно здесь была эта Алка, это место по-литовски Алка, наверное, и по-латышски как-то так же, да? Алтарь, такой алтарь, да? Языческий алтарь. И там наверху находится такая небольшая капелла, которая эту всю горочку Берутес Каунас, это гора Берутес, так она и называется, этот объект, завершает. По той стороне идут ступеньки, мы не будем тренировку такую устраивать, но подняться туда можно. Окна, это стиль неоготический, а мозаики 70-х годов по Улаускасаке. Потому что те, которые были сделаны в начале 20-го, окна не сохранились. А вот это вот само место называется Лурдом. Не сильно в католических вещах таких, что написано, можно почитать, но знаю, что при Антонине, жене Феликса Тышкевичуса, было это основано, это место таким образом оформлено, она была женщиной набожной и посвящается Деве Марии. Специального какого-то, ну, специального рассказа на эту тему, ну, можно сделать, но поинтересоваться. Это место привлекает людей верующих. Для меня несовместимы языческая гора и католический Лурд. Все вместе, это Паланга. Вот. Но это так, это мои ремарки. Вот. Вы имейте в виду, поинтересуйтесь в тех... Смертельно, президент Смертельно узвал, талак из Берутс Калм. Антар. Летос президент. Смертельно узвал. 1934 года. Jā. Trepītis pretī vod uz Birutas kalnu. Kapnīca, kas ved uz Birutas kalnu, ir pār 300 kāpieniem. Нас требовали, как вести экскурсии, что надо делать, что нам придумывал наш информационный центр. Вы понимаете, как карта ляжет, как бывает. Здесь мы должны на этом пятачке рассказывать о Балтийском море, о его солености, что это не соленое, что именно говорят там, сколько от уровня моря там, Казбек столько-то или Эльбрус там столько-то тысяч и сотен метров от уровня моря. Вот какого моря? Именно Балтийского. И не забыть об этом сказать, соленость в промилле. Вот что касается как раз вот этого места перед выходом на берег. И еще мы здесь ориентируем людей, что вот это вот Мяйлес аллея, аллея любви, она такая сквозная граница между парком и побережьем. Она насквозь проходит через парк, и по ней можно выйти уже практически на улицу Басанавичус. То есть это к виллам и к санаториям, и домам отдыха, которые... Аллея любви. Ну, сейчас любовь... Как долго там? Любовь, полчаса? Любовь на велосипедах сейчас. Нет, все в основном, да? Да, да, да. Но все видят почему-то вот и это тоже. Что? Ну, это что? Это протестная... Граффити, объясните, что это граффити. Но постройка это... Постройка это было кафе такого советского времени. Она хорошего. Работала это кафе, шашлычная тут, по-моему, любимая была. И дальше у нас есть такая небольшая площадочка. Небольшая площадочка, красиво, поймали меня, которая позволяет комфортно посмотреть. В этом музее все разрешается трогать руками. Все.
muņķus, muzejs, lietuvietis no ārzemēm, zilā ēka, Antanasa Mončusa, skulptors. Tagad visu uzdāvinājis ar Lietuvai to savu kolekciju. Немножко сможем, о, как заехали, да? Еще немножко сможем продвинуться вперед. А, вот я слышу, что спрашивают Антанаса Шлюпаса, музей, там памятник. Жемайтесу увидим, я скажу. А, памятник еще там Симпсону. А, это доктор, который стал первым таким, ну, главой города, мэром города. Ну вот такого уровня здесь у нас отели. С хорошим сервисом. Очень разнообразный. Плювенька по пилсат. Он был первый пилсат мэрс, но могу самолоть. И море очень близко. Буквально 100 метров по Пасанавичус и море. Вот, по-моему, максимально, докуда мы доехали, доехать можем, да? Первый поворот налево, то можно и налево поворачивать. Вы знаете, как у меня получается, если я высаживаю на Пасанавичус, народ гуляет по всем этим лавкам, до музея приходит никакой. Если все-таки в зависимости от публики, какая публика, если им важнее музей-парк, начинаем оттуда и потом бредем в места Чистогана. А если им погулять, поесть, то в этой части. 35 есть мастерская по обработке янтаря, такая публичная. Витауту 35, дзинтару апстрады, где публиска. Можно прийти, посмотреть, и как этот процесс идет. И вообще вот эта улица Витаута, запомните, что она как раз ведет к музею. И на этой улице, вот мы по ней уже проезжали, и видите, сколько машин приехало. Это из Клайпеды очень многие любят отдохнуть на выходные, тут прийти погулять. Мы ехали уже по этой улице, и сейчас по правой стороне, вот для моей соседки, как раз говорю, будет сразу три памятника, которые странным, может быть, мне кажется, странным образом сосуществуют. Это там, где улица Пасанавичуса начинается, есть памятник Йонасу Пасанавичусу, есть полковнику Жемайтису и памятник военный мемориал советским воинам. Все здесь в Паланге уживается. В каком порядке? Вот сейчас в порядке, как я сказала, так как я перечислила. Но Пасанавичус здесь... Вы знаете, что он умер в Вильнюсе, это подписант акта о независимости в 18 году, вот он точно сразу около нашего автобуса, да? А генерал Жемайтис возглавил, так скажем, вот этот Йонас Жемайтис, такая серая галочка, и вот это вот воинам памятник. Ну вот все вместе, так оно есть. Так жизнь сложилась. Жемайтис возглавлял один из самых крупных партизанских отрядов во время движения сопротивления с 44 по 53 год. А у нас в Литве существовало несколько отрядов партизанских. У нас существовало несколько крупных объединений партизанских, Дайнава, Жемайтия, и Жемайтис возглавлял один из них. Конечно, надеялись и на помощь Запада, надеялись на смерть Сталина, надеялись на изменение политической ситуации. И в 1953 году это движение... сникло и перешло в другую стадию и форму, форму диссидентства, форму такого сопротивления советской власти и морального, и нравственного. Вы знаете, что в Литве выходил такой журнал католических газет, журнал «Пустынь».
политические хроники. Каунас и вам, наверное, показали место, где выразил свой протест Рома Скаланта. Вот так здесь уживается. Я сама удивляюсь. Я историк, историю знаю неплохо, Лизавета. И всеобщую историю. Удивляюсь, но у нас так. И дружится вместе все. Точно так же, как, может быть, вам покажется странным соседство, мы сейчас поворачиваем налево, и это будет шоссе на Швентое, в Голландский аэропорт, и такая капелла лютеранская, новомодная, да, она еще не начала действовать, и тоже такая новенькая, 2002 года, православная церковь Иверской Божьей Матери. Можно сказать, построена на средства одного человека, да, у него транспортная фирма в Клайпеде. И что еще? Тот же архитектор Дмитрий Барунов, которого я вам называла в Клайпеде. Он сумел готические формы Паланского костела как-то тут уважить, устремившийся ввысь колокольней, византийскую схему православного храма сохранить. Внутри расписали саратовские художники. Церковь изнутри расписали саратовские художники. Иконостас сделали в Греции. Иверской Божьей Матери. Выходит газета «Иверская свеча». А налево это кладбище там.